Полицейские ищут пострадавших от рук мошенницы, и Нижнекамец получил литературный Оскар. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Полицейские задержали мошенницу, которая обманывала пожилых людей. Схема была проста. Подозреваемая входила в доверие к пенсионерам, затем заявляла о том, что на человеке порча, и предлагала свою помощь. Во время обряда очищения потерпевшие лишались своих денег. Только за сентябрь на ее уловки попались 3 нижнекамца. Доказано, что она причастна как минимум к 12 преступлениям. 4 совершила в Нижнекамске, остальные на территории Башкирии. Сотрудники полиции полагают, что не все пострадавшие от действий аферистки обратились в полицию. Всем, кто попался на удочку злоумышленницы, следует обратиться в дежурную часть либо по телефонам, которые указаны на экране. Блоки питания от домофонов стали лакомым кусочком для воров. Спецприбор был похищен на Менделеева-1. Руководители фирм по установке домофонов обеспокоены повторением истории прошлых лет. Тогда украли почти 350 устройств. Чтобы не допустить массовых краж, вызвали полицию. На месте преступления злоумышленник оставил свои отпечатки. Сейчас ведутся поиски. Профессия со 100% трудоустройством. Такую нижнекамским выпускникам предложили военкомы из разных районов республики. На встрече в рамках акции «Такая профессия. Родину защищать» ребятам подробно рассказали о карьере военного в современных условиях, профильных учебных заведениях и поступлении туда. 20-летний нижнекамец получил Оскар, правда, не кинонаграду, а литературную. Деревянную статуэтку Павел Иванов получил за чтение стихотворения. Конкурс прошел в Набережных Челнах. Компетентные члены жюри оценили по достоинству талант молодого человека, и на национальном фестивале он получил гран-при. Я смотрю на своих друзей, я не хочу быть как они. Теперь о погоде. Сейчас за окном минус 2 градуса, облачно. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 400770 или пишите нам на сайт ntrdefis24.ru. До встречи в эфире!